Всем большой привет, на связи Фредмайнер. Сегодняшний ролик будет о проекте Электро, о прямом конкуренте Блума. На канале публиковала информацию от 16 сентября. Кстати, кто не подписан, подписывайтесь, так как всю актуалочку я прежде всего выкладываю именно сюда. Все ссылки будут в описании под видео. Электро – это будущая платформа, где собраны все монеты с CEX и DEX бирж, которая будет работать прямо в Телеграме. Это прямой конкурент Блум. Проект курирует известная компания Lumia. Ранее Orion Protocol, чей токен ORN уже торгуется на крупных биржах, включая таких как Binance, KuCoin и Coinbase. У проекта сейчас есть возможность фармить поинты в Telegram Mini Apps. Да? Старт данного бота был примерно месяц назад. Шилов как такового вообще нету. Есть возможность пока что на раннем этапе фармить поинты, которые будут конвертированы в будущий токен проекта. А я напомню то, что этот проект у нас хочет опередить Bloom и выйти на рынок одним из первых. То есть в конце года у них уже будет полноценное приложение, в котором можно будет торговать. И плюс ко всему, в декабре уже планируется airdrop. Поэтому, друзья, пока есть возможность, нужно залетать на самом старте, можно сказать, потому что с каждым днем времени становится все меньше и меньше. Функционал бота у нас привычный уже, не нужно будет там изучать часами, да, сейчас я вам наглядным образом покажу, что здесь нужно делать, чтобы фармить максимально больше поинтов электро. Значит, запускайте бота по ссылке в описании, ежедневно заходите, так как за посещение ежедневное вам дают все больше и больше поинтов. Вот первый день дает 300 поинтов. Нажимаем «Забрать награду» и получаем 300 поинтов первоначальных. Дальше. Здесь есть возможность начать вот фарминг, да? Нужно нажать на «Начать фарминг» и предсказать будущую цену биткоина в следующие 6 часов. Допустим, сейчас у нас биткоин стоит 64 802. Нужно будет угадать, сколько она будет стоить через 6 часов. Давайте я нажму «Цена идет вверх». Да? Фарминг пошел, да, отсчет пошел через 5 часов 59 минут. Если биткоин будет стоить выше вот 64 802, я получу 600 поинтов. И с каждым разом, когда вы, получается, угадываете, да, поинты у нас увеличиваются. И на 8-й раз вы уже получаете на 8 раз больше поинтов. Значит, с этим разобрались. Есть вторая вкладка под названием «Игра». Нажимаете сюда и, ну, здесь просто нужно тапать и, получается, уворачиваться от красных кружочков. Сейчас я покажу. Вот начинаете тапать. Так вот, быстро-быстро тапаете и фармите поинты. Здесь нужно вот как раз-таки в зелененький попадать, и получается у вас увеличивается количество поинтов. Но нужно вот эти вот красные избегать, так как если вы попадете вот этот красный кружочек, то сразу же скатитесь вниз. Вот таким вот образом надо двигаться. С каждым разом, когда вы преодолеваете определенные отметки, вот допустим 1 миллион, дальше у нас 10 миллионов, да, у вас прибавляется количество поинтов, когда вы тапаете, вот уже плюс 10. Вам нужно добраться до 1 миллиарда. Сейчас вот я добрался до 80 миллионов, и еще обращайте внимание на секундомер. Вот у меня осталось 13-12 секунд, да, до того, как я должен попасть и дойти до 1 миллиарда. Но если не дойду, то ничего страшного, я нафармил 4500 поинтов через 5 часов 59 минут, снова могу зайти и нафармить определенное количество поинтов таким же образом. Есть еще вкладка с заданиями. Здесь выполнять социалки, можно пригласить 5 друзей, да, и после этого вам откроется еще дополнительное задание, где уже можно позвать уже 10 рефералов, то есть 10 друзей. Плюс ко всему, за все эти вот задания вы можете получить в совокупности 85 тысяч поинтов. Инвайты на данный момент ограничены. Вы можете приглашать там вот 5 друзей, да, и после 5 друзей вы можете еще пригласить 10. То есть, получается, максимум можете пригласить 15 друзей. Далее здесь есть ранг, где можете посмотреть, кто какое место занимает. И все на этом. Вот такой вот функционал простенький на данный момент в данной апке. Хочу обратить внимание на информацию, которая была у нас на АМА закрытой, да. И здесь я публиковал как раз таки всю информацию, вкратце, что самое главное там было сказано. Значит, первое, это мультичейн биржа уже готова, работать все будет на Telegram Mini App. Выход биржи
Говорилось то, что будет до ноября, то есть супер быстро. Цель опередить всех конкурентов. Сейчас у нас середина октября, но скорее всего либо в конце октября, либо же в начале ноября уже полноценно будет готова и запустится биржа. Третье. Поинты конвертируются в биржевой токен. Вот эти все поинты, которые мы фармим, они будут конвертироваться в будущий токен. Дальше. Будет два этапа дропа, из которых 15% дропа будет раздано через мини-эпс. Обещают хороший дроп. Пятое. Это основной дроп через турниры, трейдеров и объем. То есть после запуска биржи уже будет основной дроп. Токен Generation, то есть выход токена, планируют в декабре. То есть уже в декабре у нас выйдет токен. И как раз таки это время, скорее всего, и начнется первая волна раздачи аирдропа. Задача создать максимально удобную биржу в Telegram. Работа через протокол Lumia дает рекорд на минимальной комиссии 0.004%. Это прям вообще сущие копейки, если так в цифрах получается всматриваться, да? И позволяет использовать ликвидность CEX. 10-я сид-фраза хранится только у пользователя. Тоже замечательно. Ключевой их аспект, друзья мои, это опередить всех конкурентов. Еще я также вот публиковал информацию о 85 тысяч поинтов, которые можно будет получить, да, выполняя социальные задания и так далее. Все здесь расписано. В общем, друзья, подытожу, скажу, что проект у нас зарекомендовавшийся в прошлом уже, да, так как уже имеют опыт работы и разработку проекта под названием Lumia. Залететь на Antifomo, я думаю, стоит, конечно же, уделить там парочку минут времени в день, да, это особого труда не занимает. Просто ключевой аспект здесь заключается в том, что они хотят опередить всех остальных. Если у них это получится, то, соответственно, и мы получим хороший аирдроп, я надеюсь. Но обо всех новостях, как обычно, я буду публиковать у себя на канале. Подписывайтесь. Если видео было полезным, ставь жирный лайк, подписывайся. Комментируй, меня это мотивирует делать еще больше видеороликов для вас, друзья. Ну а с вами был Фред Майнер. Всем удачи, пока.